«Голоси міру». У грудні відбувся фінал обласного доброчинного конкурсу дитячої і молодіжної творчості. Це традиційне, вже п'яте по ліку, мероприємство, в рамках якого юні виконавці з різних кутків Приньомення демонструють свої вокальні здольності. Організатори конкурсу – Білоруський фонд міру, Білоруський дитячий фонд, Гродінська обласна організація Республіканського громадського об'єднання «Білая Русь», а так само Гродінський державний коледж мистецтв, на сцені якого і виступали юні вокалісти. Значим наш конкурс прежде всего потому, что он благотворительный. То есть наши дети, наши участники не платят никакого взноса, и при этом они получают все подарки. То есть у нас нет ни одного конкурсанта, кто бы ушел сегодня с пустыми руками. Когда мы его создавали, конечно же, мы ставили оба слова главных. Это и голоса, поскольку все-таки конкурс вокальный. И здесь нужно показывать свое мастерство, причем желательно очень высокого уровня. Но это и слово мира, потому что одним из организаторов этого мероприятия является наш Белорусский фонд мира. Мы проводим его всегда в даты сентябрьские, именно когда мы празднуем День мира. И в эти дни, вот в этом году, это вот слово мира, оно даже выходит и на первый план. Чтобы они чувствовали, что они живут в мирной Беларуси, под светлым небом, и пели песни о дружбе, о любви, о счастье, о стране. Усяго на конкурс было подадено каля 80 заявок. У фінале выступили 30 виконавцев. Уладальницей гран-при по выниках вокального споборництва стала Гродинка Полина Крамник, наученка Гродинского державного коледжа мастерствов. Так само по 3 призовые места были вызначены у каждой из трех узростовых групп.